Акция «Собери ребенка в школу» традиционно проводится в преддверии нового учебного года. Ее цель – привлечь внимание общественности к проблеме взыскания алиментов, побудить нерадивых родителей вспомнить и не забывать о своих детях, регулярно переводить средства на их содержание. На территории нашего города сотрудники службы судебных приставов проведут рейды по адресам неплательщиков. Наиболее злостным из них грозит арест имущества, в том числе и автомобилей. На исполнении в отделении судебных приставов по городу Бердску находится 739 исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на сумму долга более 270 миллионов рублей. В пользу детей в 2022 году взыскано свыше 41 миллиона рублей алиментов, что на 7 миллионов больше, чем в предыдущем, то есть в 2021 году. Применение таких ограничительных мер, как запрет на выезд за границу, позволило взыскать с должников по алиментам 11 миллионов рублей. Ограничение использования водительских прав – 13 миллионов. Также активно ведется работа по привлечению неплательщиков к административной и уголовной ответственности. За неуплату алиментов к административной ответственности привлечено 79 должников, возбуждено 23 уголовных дела. В числе эффективных мер являются обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должников, и арест движимого и недвижимого имущества. Составлено в 2022 году 35 актов описи ареста, включая в себя аресты автомобилей и недвижимости. В настоящее время на территории Бердска взысканием алиментных платежей занимаются 3 судебных пристава. Записаться на личный прием можно по телефону или на официальном сайте управления. Также получить информацию о ходе исполнительного производства, включая меры, принятые судебным приставом, можно, не выходя из дома, с помощью портала «Госуслуги».